замечательные гиацинты. Я помню, в каком году у нас проделки СКП нашли в Алоле? 76. Да? И моя партнерша гиацинты, думаю, ну, замечательные цветы, гиацинты. И вот, наконец, декоративно оформительско художественный цех. Наташа Маслова, Максимова, Оля Засурина. Олечка, пожалуйста. Это вот вы, пожалуйста, потому как здесь литература, вот вам цветы, электроцех. Вот вам цветы. Вот. Вот. Наташка, а это литература, Наташа, вы сами выберите себе, ладно? Сами все выберите. Ну, мужчины закусят цветы, мы вам потом принесем. Нина Георгиевна Шилюта. К сожалению, на самом деле, она болеет, Нина Георгиевна. Дай себе, Андрей, пожалуйста. Я приглашаю, скажем так, цех Валентины Филипповны Лебедевой. Один пригласите кого-то. Вот наш мужчина. Друзья, любимые мужчины, давайте поможем. Помогите нашим очаровательным барышням. Валентина Филипповна. Да будто на фото. Это самый большой цикл. Чтобы по ночам было чем заниматься. Мы приглашаем наших замечательных вахтеров, тех людей, без которых также наш труд не был бы столь прекрасен. Пожалуйста. Анна Александровна, она не сможет, кто еще есть, вы сегодня. Анна Александровна, вы как же? Принеси, потом мы поможем, Геннадий Геннадьевич. Поставьте на все вам. Все, тебе верно. Елена Витальевна Камалова. Я скажу буквально два слова. Совсем недавно был отчет о работе Елены Витальевны Камаловой. Но это было в феврале. То есть был отчет, то, что начинает делать Елена Витальевна, я думаю, дай Бог, дальнейших продолжений всего этого, Елена Витальевна. Наталья Викторовна Ангарская. И Фалькова. Спасибо вам, поздравляю. Тамара Викторовна Фалькова. Нина Дмитриевна, Любовь, иди сюда, давайте я буду. Я думаю, заслуженные аплодисменты в адрес Александра Петровича. Еще же капустника не было. А что? Радиоцех. И привет вашему начальнику. Держи дальше. Евгений Семенович. Монтировочный цех. Это не намек на то, чтобы занять время. Ну, раз пожалуйста, это всему вашему цеху. Танечка Аспанова. И прачечная здесь еще. Сами возьмите горячие. Раиса Сергеевна, Тамара Петровна и Светлана Пелевко. Где Света? Светочка, Светочка. Ну вот так решили, чтобы вы. Пожалуйста, с праздником. Тамара Петровна, я вам доверяю для распределения. Хорошо. Светочка потом подойдет. Дима Беликович. Да с камерой, Усундурович. Так, он с камерой сидит. Но встань пока на секундочку. Обычно видели его за рулем, он сегодня проехал с радиотелефоном, но в автобусе. Поднеси. Вот это торжественный вот такой момент. Спасибо, Игорь, за работу. Дима Белякович. Наш замечательный парикмахерский цех, Галина Петровна. Поздравляю. Да что вы говорите? Пойдете под ними.
Скажите, те, которые у нас содержат чистоте и в порядке наш театр, есть у нас представители? Технический персонал. Технический персонал. Никого нет, да? Ну, Герман Акинча тоже нет. Ну, мы все это передадим. Смотрите, мы проверим. Ну и позвольте, совсем выпустили мы этот момент. Галиночка Владимировна. Так, трибунка, извините. Так, трибунка, женский подарок. У нас же еще есть замечательный артист. Где-то... Илья Громовиков. Где-то Роже. Громовиков. Скажи, кто ты, в конце концов. Которая замечательная жена актриса. Трибунская Оксана Владимировна, этот подарок. Так. Она там в цехе, это все, просто не носили вот так. Александр Петрович, я прошу вас, и вот этот букетик гиацинтов, да, вы знаете. Так, ну так. И сейчас опять звучит торжественная увертюра. Кому бы мы ни обращались в нашем городе, вы ведь думаете, знаете, что сегодня трудно, кому бы ни обращались, в любую организацию обращались, чтобы нам помогли сегодня поздравить наш коллектив, наш театр, никто нам не отказал. У нас было очень много помощников, кто сегодня называют спонсоров. Это Амур Пиво, это Дай Телеком, это акционерное общество Тайга. Страховые компании наши. Туристические компании. Поэтому... Спутник кондитерской фабрики. Огромное им спасибо. На всех перед ним обязательно придет. Спасибо огромное. А сейчас есть небольшая пауза. Рассматривайте подарки, потому как у нас впереди еще одно поздравление от актеров. Спасибо. Не расходитесь никуда. 2 секунды. Не по центру стоит! Вот кто-то же! Не по центру! Да, по центру? Да! Ближе к центру, сюда! Туда, а теперь сюда, а теперь опять туда! Сзвони! Все время! Поглубже! Поглубже! Так! Хорошо! Вперед надо! Серьезное дело, ха-ха! Да. Все. А теперь к столу. Опять не будет. Добрый день, коллега. Будь здоров. Спасибо. Пожалуйста. Не понял. Чего не понял? Ты что сказал сейчас? Я говорю, будь здоров. Я сказал спасибо. Ну я сказал, пожалуйста. Не понял, что наезд, что ли, а? Ты что, брат, какой наезд, а? Ты на кого шелестишь, кулек? Что такое, пожалуйста? Ты что, разрешаешь мне, что ли, а? Мое здоровье от тебя не зависит. И твой базар, брат, я что, крышу поеду? У меня с крышей все в порядке, показать, в один сек покажу. Брат,
У тебя с головой не все в порядке, ты че? У меня с головой все в порядке, я головой метро пророю. Вопросы? Че такое вообще, я не понял? На кому булки крошат? Да, все, шлифуй отсюда за усенец. Ты че, крутого дал? Да, дал. А ты на кого булочки крошишь, а? Ну все, не держи ты меня. Сейчас я покажу трям здрасте без антракта и буфета. О, это круто! Я завязал! А я нет! Ребята, ой, его вас тут наливают, а? Ты чё, чувак, не уезжаешь? А чувак, это же осо, чувак! А, осо, осо, осо! Да не осо! А осо! А, понял, ребята, понял. Если это осознать, то я бы, ребята, поправился бы немножко, а? Ну, может, я третьим буду, а? Если тебе нужна асса, то вон там находится касса. Чуваки, спасибо. Родные вот мои. Да и я. Какой стал это? Мыть! Надейся на миллион, получишь медный гроб. Трудись, как Бог моему. Видал? По-моему, у него крыша поехала. Это не асса, а осо. Очень сверх-супер-секретная операция. А проведут ее ведущие хирурги нашего СЫ. Сверх-супер-секретного института. Давай, давай, давай. Ну ладно, я сейчас.
Good morning.